Еще раз привет, это обзор Кайзера, я Макс Кайзер, и снова у нас в гостях Трейс Мейер, ведущий эксперт по биткоину и золоту. И ты заметил, как я сказал, не один из, а именно ведущий? И это, наверное, правда, ты во всем мире ведущий. Учитывая, что ты пишешь на эту тему, ты работаешь с биткоином, я хотел продолжить с того места, на котором мы с тобой остановились в прошлый раз. Нью-йоркская бит-лицензия. Что они хотят сделать? И что делать нам, как сторонникам биткоина? Короче, Бенджамин Лоуски, суперинтендант, одобрил пакет актов, регулирующих компании, которые работают с биткоином, вернее, со всеми виртуальными валютами. То есть правила очень общие, очень расплывчатые, их можно широко трактовать. Поэтому они затормозят много инноваций, что, по-моему, не очень хорошо для США с точки зрения геополитики и не очень хорошо для города Нью-Йорк, в частности. Пострадает его экономика, компании сюда не пойдут. Одна из крупнейших компаний, которая выступила на заседании Circle, сказала: «Мы не будем работать с жителями и компаниями Нью-Йорка». В общем, город сам себя изолирует. Но сообщество биткоина, крупные игроки говорят: «Мы не будем работать в Нью-Йорке». Но они просто защищают свою территорию. Когда мы говорим, что биткоину не нужны посредники, то нью-йоркские банки как раз и останутся на обочине. Местная власть просто защищает своих. Да, ну или им так просто кажется. Типа, да, мы запретим блоги, потому что наши газетчики пострадают. Но технология уже на пороге. Почему не оседлать волну? Понимаете? Если бы в 95-м больше компаний вышли в интернет, а кто вышел, мы видим их результаты. А кто не вышел, их газетные доходы упали на 97%. Этому бизнесу пришел полный конец. И с банками, по-моему, та же самая история. Мы видели, как интернет атакует грузоперевозки, почту, радио, газету, прессу, таксистов, фирма Uber, протесты в Берлине. А в конечном счете, это новая технология. Она творчески уничтожит устаревшие системы. Она повысит качество жизни, если ей не мешать. А если мешать, то мы станем Северной Кореей. Вот именно. И ты говорил, что когда вспоминают интернет-манию 90-х, обычно говорят о коллапсе доткомов и забывают, что из коллапса получились Amazon, Google, компании с наибольшей рыночной капитализацией в Америке и в мире. Верхушка списка — это продукт коллапса. То есть, по твоим словам, Нью-Йорк вместо роли чемпиона на новом технологическом фронте выбрал роль проигравшего. Да, и к тому же Бен Лоуски решил прыгнуть выше головы с этими предписаниями. Где бы были Соединенные Штаты без Фейсбука, без Гугла и прочих полезных инструментов американской разведки? Ну, знаете, если взять, например, ну, мы что, хотим отдать все инновации Сингапуру, Пекину, Москве? Я уверен, что они будут только рады, окажись у них в руках вся информация, которую американская разведка получает от визы и мастер-карда о реальных операциях в российской экономике. Получи они эти данные, это был бы для них очень, очень мощный инструмент. Кстати, давай поговорим о России, потому что они тут зашевелились. Они вводят эту китайскую кредитку. Ага, кажется, Unicard. Union Pay, да. Хотят отказаться от MasterCard и Visa, покупают золото довольно агрессивно уже несколько лет, так что у них один из самых больших запасов золота в мире. Они вводят избирательные санкции, и они, как мне кажется, довольно умно себя ведут. Хотя вот что меня удивляет, в Кремле до сих пор не решили, что же делать с биткоином. Иными словами, с нашей позиции мы им годами советовали покупать золото. И я уверен, что это моя заслуга тоже, что Кремль покупает золото. Они, кстати, ездили на конференцию ГАТА в 2005 году, и от них был замминистра финансов. А на следующий день золото подскочило с 425 до 725, и на некоторых снимках Путин держал золотой слиток. Так что я думаю, что участники ГАТА вдобавок к твоим усилиям тоже постарались. Они четко дали понять, что ахиллесова пята американской империи — это золото и экономический вычислительный потенциал. То есть антитрестовый комитет по вопросам золота, Билл Мёрфи, Крис Пауэлл, провели конференцию, говоришь, прямо тут же? О да, приехал участник от России, и золото пошло вверх. И еще надавили на вопрос реальной поставки, потому что русские настаивали на реальной поставке. А тут еще китайцы подключились и вывезли, наверное, 4000 тонны прямиком в Пекин.
Да, сейчас у Китая, России и Ирана есть своя уютная кооперационная организация в Шанхае, Новый банк развития. Они уходят от доллара, Трейс. Так что хранить доллары теперь плохая затея? О да, доллар — это плохая затея. В смысле, доллар — это хорошо в данный момент, потому что это мировая резервная валюта, у него хорошее кредитное сжатие, он дефляционный, но в перспективе все складывается против доллара. Я, конечно, люблю золото, но во многом оно устарело. Потому что появился биткоин. Золото не отправишь имейлом. Как золотом совершать платежи? Это, по сути, невозможно. Поэтому мне кажется, что золото и биткоин — это симбионты. И, кстати, что насчет Германии? Отличный пример. Они хотят забрать свое золото назад, кажется, у Нью-Йорка. Я вижу, ты смеешься. Нельзя так смеяться над немцами. Думаешь, Ангела Меркель обрадуется, когда увидит, как Трейс Мейер смеется на обзоре Кайзера? Хочешь сказать, не видать им своего золота? Ну вообще, я смеялся прямо в лицо одному из управляющих Бундесбанка. Мы были на конференции. Стоим я, он и еще один мужик из другого крупного европейского банка. И был перерыв, а немец этот большой поклонник биткоина. И мы разговаривали. Потому что я выступал насчет него. Я спрашиваю, ну что, как там ваше возвращение блудного золота? Он давай вилять. А второй мужик говорит, да все понимают. А я говорю, вот именно, потому что вы в осаде. Они не вернут свое золото, они в осаде. В Германии дислоцируются десятки тысяч американских солдат. Они пляшут под американскую дудку. И Япония тоже. Да, за Ангелой Меркель шпионят. И что ж ты сделаешь? Не продлишь контракт с военной базой? Покажешь Америке на дверь? Это единственный выход, а в противном случае буду делать то, что Америка скажет. Ну а по словам Джима Рикардса, который был у нас в гостях несколько раз, он написал «Валютные войны», «Смерть доллара». И мы недавно общались, он говорит, на самом деле Германия не хочет вывозить к себе золото, потому что пока оно лежит в Нью-Йорке, им можно манипулировать. Америка может его конфисковать, заложить, перезаложить. Да, да, он говорит, что Германия хочет, чтобы им манипулировали как метод поддержания нынешней системы, потому что им нужны специальные права заимствования от МВФ, и они не хотят возвращаться к твердым валютам, к золотым валютам. Но мне кажется, что раз у нас назревает яростная война валют, а мне кажется, что она назревает, то, во-первых, логичнее держать свое золото физически при себе, и, во-вторых, в отличие от Рикардса, я считаю, концепцию геополитики и биткоина исследовать стоит. Если взять его книги, они отстают от 21 века. Он эксперт по валютным войнам 20 века, но не 21-го, с появлением биткоина. Можно ли сказать, что можно объявить мировую валютную войну, то есть транзакции в сотни миллиардов долларов в разных валютах через биткоин по блокчейну? Это вообще возможно? Как ситуация с защитой? Что с ликвидностью? Это возможно, Трейс? Да, ликвидности пока нет. Защита уже почти на уровне. С проектом Armory мы создали инструменты. Мы написали код для мультиподписей, мы прорабатываем защиту. Биткоин открыт, к нему можно создавать надстройки. А Джим Ричардс, да, «Валютные войны» — отличная книга. По-моему, он хорошо расписывает, хорошо анализирует. Но по большому счету, это шахматная доска, которая осталась в прошлом. Сейчас у нас уже новая доска. И, к сожалению, Джим Рикардс не понимает технологическую специфику биткоина. Из-за этого он не может дать полноценный анализ, потому что он просто не понимает. Я не говорю, что он не может понять, просто он... Понимаешь, биткоин разработали специалисты по математике, информатике и распределенным системам. Это очень сложная вещь. Нельзя его взять и просто понять, как нельзя посмотреть мельком, иначе у тебя останется очень поверхностное впечатление. Так давай взглянем на нашу геополитическую шахматную доску. Я не хочу ставить тебя в неловкое положение, но... Помнишь, у нас в детстве была такая игра «Риск»? Геополитическая игра, двигаешь фишки... И Россия первой приходит в голову. На нее давит МВФ из-за нелепости, которая сейчас творится в Украине. От имени МВФ и с целью контролировать ее сельское хозяйство. Будем откровенны, Россия тут ни при чем. МВФ и Западу нужно украинское производство и место для военных баз. Так что почему они еще... не переходят? Или, может, уже переходят? Ты не в курсе? Ну, мы создаем средства для них. И вот тебе пример. Для системы BitPay мы наняли Джеффа Гарзика, одного из главных разработчиков биткоина. Он написал большую часть платежного протокола. Как платежный протокол применить в ситуации с Украиной?
С его помощью можно авторизовать транзакцию до определенного количества биткоинов. Затем приходит куча микротранзакций, они суммируются, а затем ты подтверждаешь одну крупную транзакцию. Но ты знаешь, что тебе заплатят как минимум за то, что ты уже отправил через нефтепровод, например. То есть, если нет биткоинов, на авторизацию поставки нефти, например, Россия их удержала, за каждый баррель, прошедший по трубопроводу, ты получаешь необратимые, неподделываемые, невитируемые платежи биткоинами. Это значит, что у тебя в руках собственный ключ от этой машины, и никто там не хранит твое золото, никто не хранит твои биткоины, ты ведешь бизнес без посредников. То есть, таким образом мы имеем открытую учетную книгу биткоина, общедоступная учетная книга, которая использует индивидуальные ключи. То есть, можно заключить сделку на год, полтора, на транзит нефти, через трубопровод по территории, честным и благонадежным способом с открытой учетной книгой, необратимыми платежами и индивидуальными ключами. Для этого не нужен доллар. Да, во-первых, не нужен доллар, а во-вторых, не нужна вообще никакая централизация, не нужна система SWIFT, всякие организации, не нужны адвокаты, не нужны контракты, а контракт можно строить в транзакцию посредством протокола биткоина. Математика все это решает. Все это на компьютерном языке. То есть Россия, Китай, Бразилия, Иран, у них даже свой банк развития. Даже если они не будут использовать биткоин как резервную валюту, блокчейн им все равно пригодится, чтобы, например, дешевле менять валюту и для других операций. По-моему, когда биткоин станет валютой расчетов, им ведь можно регламентировать коэффициент финансовой зависимости, страховые контракты, у технологий блокчейна масса возможных применений. И все это делается в пределах блокчейна. Верно. То есть нет партнерского риска. Это очень серьезная вещь. Никаких Фенни Мэй, Фредди Маков, Лимон Брайзерсов, субсидий банкам, этого не будет. То есть расчеты будут вестись в блокчейне. А что это значит? Не обязательно договор заключается в биткоинах. Если у меня сельхозконтракт на 2 миллиарда долларов, его можно заключить в блокчейне. И гарантом служит то, что с этим блокчейном невозможны никакие махинации с любой из сторон. А при желании можно реферировать доллары или рубли в блокчейн, чтобы их представляли крошечные суммы в биткоинах, и те между собой разменивались в блокчейне. То есть ты меняешь условную нефть на условные рубли в блокчейне. Понятно, у нас осталось примерно полминуты, поэтому хочу у тебя напоследок спросить. Мы катимся к Третьей мировой или она уже идет? Какие твои мысли? По-моему, она уже идет минимум лет 10. Сколько Алан Гринспен борется за снижение цен на золото? Перед нами американская империя, которая всех оккупирует, держит всех в заложниках, поглощает людей, отнимает у них деньги, индивидуальность, не дает решать за себя. Проблем куча по всему миру, и у истоков всего этого американская империя. И многие с ней борются, и Путин, и отдельные граждане. И биткоин даст ей отпор. Биткоин — это мощное оружие, которое люди и целые страны могут использовать, чтобы дать отпор этой империи. Спасибо, Трейд, что пришел на обзор Кайзера. Спасибо, Макс. На этом у нас все в этом выпуске обзора Кайзера. Ведущие я, Макс Кайзер и Стейси Херберт. Спасибо нашему гостю Трейсу Майеру. Ищите нас в Твиттере, собака Кайзер Репорт. До новых встреч. Пока! Больше интересной информации и последние новости о биткоине на сайте bitnovosti.com.